Привет всем, с вами я, Вова Тишевский, и сейчас хотел бы показать вам беспроводное зарядное устройство для Samsung Galaxy S6. Но тут не написано, что это для Galaxy S6, потому что оно подойдет для любой модели, которая есть, имеет как бы беспроводной модуль подзарядки, то есть магнитную или индукционную подушку. В общем-то, это просто написано QE стандарт. И все. Кстати, я был бы не я, если бы у меня не было бы еще одной зарядки для сравнения. У меня есть беспроводная зарядка Nokia. Насколько я помню, она тоже по этому же стандарту работает. Тут, правда, ничего не написано, но не важно. Главное, что по этому стандарту. Вот такая у меня есть Nokia. Правда, в комплект Nokia идет адаптер, шнурок и вот такая еще подушечка, в которую вкладывается непосредственно вот этот беспроводной зарядник, и мягко лежит все это дело там на зарядке. Здесь, конечно же, посмотрим сейчас на комплектацию. Я сейчас все это спрячу, потому что как бы обзор-то непосредственно о зарядке от Samsung. И интересно, во-первых, интересно внешний вид, очень интересно. Далее, очень интересен как бы формат, сколько же она будет заряжать. Плюс ко всему, как вы видите, она идет в комплектации всего лишь с бумажечкой и непосредственно зарядка. Я так понимаю, что проводок нужно брать с смартфона, то есть microUSB шнурок с смартфона, тот, который вы приобретаете с беспроводным зарядным устройством. В общем-то, вот так оно выглядит. Снизу прорезиненные ножки, вот это полностью вся часть прорезинена. Сверху у нас наклеена наклеечка, как это прям круто звучит. И вот это беспроводное зарядное устройство. Выглядит оно, конечно, очень стильно, красиво, глянцево. Эта часть тоже прорезинена для того, чтобы смартфон не ездил. Особенно если это будет Galaxy S6, тем более. Скажу вам, что, конечно, непрактично со стороны того, что если сюда дотронуться пальцем, я вот даже боюсь это сделать, вот пощупать, как этот глянец себя чувствует. Но вот по боковой части я так вот провожу, в общем-то, все выглядит и чувствуется неплохо. Темненькая такая зарядка, снизу она неказистая, а вот сверху она, конечно, прям очень круто смотрится. И она очень круто смотрится, если есть еще Samsung Galaxy S6, к примеру. Правда, он у меня сейчас в чехольчике. Мы заодно проверим, как идет процесс с чехольчиком. Так, у меня тут есть адаптер. Сейчас я не адаптер, а microUSB шнурок от NVIDIA Shield пока что на данном этапе. Потом мы проверим, имеет ли значение адаптер зарядки для скорости. То есть, то ли это будет фирменный самсунговский вот такой, то ли это будет, к примеру, шилдовский, который там больше мощность. Не знаю, посмотрим. Все это, по идее, должно работать. Вот сейчас она, по идее, уже работает, потому что все подключено к розетке. И чудо! Зарядка беспроводная, 89%. Отлично, все работает, это радует. И давайте мы сейчас зайдем, посмотрим до полной зарядки, приблизительно 23 минуты. Вот так это все выглядит, 23 минуты до полной зарядки. Сейчас я вам поближе покажу. Получается так, что 89% 23 минуты, то есть 11%. Если мы подсчитаем быстренько на калькуляторе, 23 поделим на 11, то у нас получается 2 минуты 1%. Умножаем на 100, 209 минут, и делим на 60, и мы получим сколько? 3 часа 48 минут. Приблизительно беспроводная зарядка, исходя из того, что здесь написано, должна заряжать это устройство. Мне, конечно же, как и любому другому гику, будет интересно, сколько же будет заряжать, к примеру, нокиевская зарядка. Плюс ко всему, сейчас я переподключу USB шнурок с шилдовского адаптера на адаптер от Samsung, вот этот, который у меня есть, тоже Fast Charging, хотя я не думаю, что это Fast Charging будет как-то иметь значение. Сейчас я все переподключу и потом вам все покажу, расскажу. Итак, давайте будем смотреть и изучать этот момент. Так, сейчас 89%. Еще раз смотрим, сколько минут осталось. 22 минуты. И перекладываем зарядку на Nokia. Смотрим, 89, 22 минуты. Неизменно. Так же само.
Все так же самое, причем что время не поменялось. То есть, 21 минута уже осталось. Но это просто идет уже процесс зарядки. Пока я что-то подключал, оно было на зарядном. В общем-то, это сейчас подключено к Fast Charging, и оно никак не влияет. То есть, оно не пишет, что подключено к быстрой зарядке. То есть, здесь только пишет, что беспроводная зарядка. И сейчас, как вариант, я сниму чехольчик. Сейчас аккуратненько я это сделаю. Вот так вот. И теперь без каких-либо препятствий кладем и будем смотреть, что у нас по срокам. Ну, то же самое неизменно. Ну, и я думаю, что здесь то же самое будет. Сейчас определяю. Да, то же самое. Понятно. Вот, в принципе, неизменно. То есть, так же самое, одинаково, что там, что здесь. И, по сути, будет заряжать. Еще я, скорее всего, сейчас, можно сказать, аннулирую заряд Galaxy S6, то есть разряжу его по возможности, насколько это возможно, и потом попробую зарядить, ну, поставить на зарядку хотя бы там процентов на сколько-то, чтобы там, ну, 10%, то есть засечь таймером, сколько 10% зарядит здесь и сколько, примерно, процентов 10 зарядит через это зарядное. Увижу ли я разницу, не знаю. Но тест надо провести. Я считаю, что это было бы здорово провести такой тест. Ну и, соответственно, когда я все это сделаю, еще дополнительно для вас как бы второй кусочек, вторая половинка будет этого видео. Итак, смартфончик я разрядил. Давайте посмотрим. Тут даже практически не видно, потому что уровень заряда там, по-моему, 2 или 1%. Сейчас я вам еще покажу одну мега хитовую фишку. Это возможность зарядки через Powerbank. Сейчас мы проверим, есть ли такая возможность. Я сейчас подключу беспроводное зарядное к Powerbank, что очень прикольно, интересно. И теперь, так, кладу Powerbank и проверяем, будет ли зарядка. Хо-хо-хо! Видите, какой фишкон мега крутой? Еще и можно по беспроводной зарядке, видите, 2% осталось, совсем немного. Так, сейчас мы тебя разблокируем еще раз. Так, и показывает нам до полной зарядки приблизительно 2 часа 46 минут приблизительно, но это через Powerbank. Теперь давайте будем подключать не Powerbank, а зарядное от Samsung, прямое зарядное, то есть без каких-либо контактов. Сейчас смотрим и кладем на зарядку, и у нас идет беспроводная зарядка. Да, тоже 2 часа 46 минут не меняется. Вот так вот. Ну что, засекаем время. Смотрите, ровно 9 часов. И будем ждать, когда у нас зарядится полностью смартфон. Как бы очень интересно. Плюс ко всему, то есть установлена сим-карта. Сейчас он подключен к Wi-Fi. Все как надо. То есть смартфон как бы полнофункционален на данный момент. То есть он не выключен. И, соответственно, идет зарядка. И хочу проверить. Смотрите, четверг, 23 апреля, 9:00. Все. Это, можно сказать, такой определенный критерий, по которому я буду смотреть. Так, уже осталось, видите, на одну меньше минуту. Пусть заряжается. Итак, 2 минуты назад пришло уведомление, что заряжен аккумулятор. И давайте будем смотреть. Получается, мы, насколько я помню, начали в 9 утра заряжаться. И 11:44, как и в принципе говорила, ну, зарядка, что режим энергосбережения включен. Отлично, хорошо. Мы его теперь можем выключить, хотя он когда на зарядке не работает. Так, что тут у нас? OneDrive, переменная облачность. В общем-то, за 2 часа 45 минут, там даже 40 минут, будем считать, зарядился аппарат. Это круто. Вот вы можете посмотреть, 100% заряд за 2 часа 45 минут. Отлично. Ну,
чуть меньше. Вот это прям здорово, супер, что так быстро заряжается через беспроводную зарядку. Конечно, намного быстрее заряжается, когда прямая зарядка через розетку, особенно когда через специальный адаптер. Ну, в общем-то, скажу, что я доволен, и я хотел бы пользоваться устройствами. Я вообще прохавал эту тему с беспроводной зарядкой еще с Nexus 7 2013, и с этим тоже достаточно неплохо, ну, как бы складывается. Так что я думаю, что пользователи, которые имеют аппараты с беспроводной зарядкой, советую вам пользоваться, потому что это очень интересная тема. Вот очень интересная. Вот мне было важно затестить, сколько времени будет заряжаться. То есть, в принципе, не так уж и много. С учетом того, что многие устройства в проводной зарядке дольше иногда заряжаются, то беспроводной вполне себе приемлемо. Конечно же, сам Samsung заряжается еще быстрее, когда через провод, там, по-моему, за час 40, почти на 45% быстрее, но, в общем-то, это такое уже дело. Все, друзья, на этом я буду заканчивать свое видео, тест я провел, беспроводная зарядка — мега классная тема, вот всем советую, есть разные штучки, может быть, забацаю как-то видео по беспроводным зарядкам, и, соответственно, вы уже сможете себе даже какую-то выбрать. Все, друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться и смотреть другие интересные видео на канале. На канале более 900 видео, представляете? Все, всем пока, до скорых встреч в новых видео.